Уже снимает. Здорово, сегодня с вами снова я, Забарев Александр. Блин. Чё ты так быстро говоришь? Медленно, да? Здорово, сегодня с вами снова я, Забарев Александр. Пустяк. Да. Так, и сегодня... А, нет. Если вы супергеймер. Все, давай начинаем. Да все классно было, только начало не повторяй. Не, я понимаю, у меня сейчас до сих пор записывается, я просто обрежу. Не знаю, давай, продолжай. Если вы супергеймер или просто любитель посидеть за компьютером... Нет. Нафиг супергеймер, скажи просто поиграть. Если вы супергеймер или просто любитель поиграть в компьютерные игры, но вам не хватает чего-то такого, чтобы полностью погрузиться в игру... Нет, была пауза. Полностью погрузиться во что? В игру, да? Нормально? Да. Полностью погрузиться в компьютерную реальность. Или лучше в игру? Нет. Игру? Оставь игру. Если вы супергеймер или просто любитель посидеть и Если вы супергеймер или просто любитель поиграть в компьютерные игры, но вам не хватает чего-то такого, чтобы полностью погрузиться в игру, то эта самоделка именно для вас. Эмоций не было. 3, 2, 1. Если вы супергеймер или просто любитель поиграть в компьютерные игры, но вам не хватает чего-то такого, чтобы полностью погрузиться в игру, то эта самоделка именно для вас. Ну, нормально, да? Итак, берем ненужную вам колонку, достаем оттуда Итак, берем ненужную вам колонку, разбираем ее и достаем оттуда Да блин, правильно же все. Тишина в студии. Сон замолчи. Все, давай, молчи, начинай. Давай. Так. Так. Итак, берем ненужную вам колонку, разбираем ее и достаем оттуда низкочастотный динамик. Так, дубль, я не знаю, 98, тишина в студии. Все. Хватит тебе ржать, все. Все. Ладно. 5, 4, 3, 2, 1. Все, поехал. Отключаем шлейфы. Слушай, чего не вытаскивается? Я в прошлый раз его так взял, вынул и все. Усилитель, потому что ты балбес. Чего я? Это во-первых. А во-вторых, отсоединение не шлейфа, а провода или кабель. Сам ты такой, ты понял? Ладно, извини. Я пошел спать, короче, все. Подожди. Слышь, ну, ты. Так, ну все, я думаю. Припомни, как ты собрался его вытащить? Слушай, такой мягкий динамик, капец. Здесь такой плотный. Такой мягкий. О, все, вдавил. Супер. На. Видно? Да, поздравляю. Ты, по-моему, можешь выдавить. А, да, она мягкая. Да, вот она. Она капец мягкая. Я никогда таких мягких не встречал. Вот смотри. Веришь? Просто. А это штуковина, но это можно, да. Ну, я не знаю. Это, между прочим, просто колпачок. Это да, я знаю. Из нее даже звук не идет. Мембрана того-то знаю. Это чтобы катушку спрятать. Да. Да, я знаю. Так, ну теперь, слушай, давай доснимаем. Ну давай. Так, у меня здесь на 120 ватт у меня. Нифига себе. Вот, 13 сантиметров диаметр. Шарп. Довольно-таки хорошая компания. Тишина в студии. Готов? Все, молодец. И просто прикручиваем его сюда на 4 винта. В динамике, как вы могли заметить, есть отверстие. Выключай свой микрофон. Все. И просто прикручиваем его к стулу на 4 самореза. Как вы могли заметить, на самом динамике уже заранее есть 4 отверстия. Я не могу. Ты можешь видеть сквозь время. Все, давай, вырубай. Итак, прикрепляя динамик к стулу, обязательно не забудьте про зазор. Лично он у меня 1.5 сантиметра. Это нужно для того, чтобы мембрана могла спокойно двигаться. Это нужно для того, чтобы Это нужно для того, чтобы мембрана... Ах, блин, повтори. Ты бы повторил.
все время, да? Выключай. Это нужно для того, чтобы мембрана могла спокойно двигаться. Спокойно, блин. И это нужно для того, чтобы динамик мог спокойно... Спать нет проблем, пока. Все. Последний раз я слышу, иду спать, запаренный. Все, хорошо. И это нужно для того, чтобы динамик мог свободно... Не было спокойно. Не было. Все четко. Надо, чтобы была мембрана. И это нужно для того, чтобы... Мембрана. И это нужно для того, чтобы мембрана могла свободно двигаться. И это нужно для того, чтобы мембрана могла свободно двигаться.